Добрый день, дорогие друзья! Сегодня готовим вот такие очень красивые, нежные, воздушные пирожки с яблоком. Для этого мне понадобится 160 мл теплого молока. Туда добавляю 4 грамма сухих дрожжей, 80 грамм сахарного песка, 1 яйцо, 60 грамм растопленного сливочного масла. Затем постепенно просеиваю 400 грамм муки, замешиваю тесто, оно получается вот такое мягкое, но при этом не липнет к рукам. Накрываю пленочкой или пакетиком и отправляю в теплое место на 1,5-2 часа для подъема. Займемся начинкой. 4 средних яблока очистить от кожуры, удалить семена и нарезать кубиком. Затем в сковороду всыпаем 2 столовые ложки сахара и добавляем яблоки. И немного их протушу в течение 50 минут на среднем огне, помешивая, пока не выпарится вся жидкость. Достаточно, снимаем с огня. А тем временем тесто подошло. Формируем небольшую колбаску и делим на кусочки. И каждый кусочек скатываем в шарик. Затем прикрываем пленкой или пакетиком, оставляем на 10-15 минут. Время прошло. Берем колобочек, вот так руками раскатываем и отправляем уже остывшую начинку. Защипываем края, и пирожочек готов. Отправляем на противень, застеленный пергаментом и смазанный растительным или сливочным маслом. Также накрываем пленкой и оставляем на полчаса. Затем смазываю яйцом, отправляю в разогретую до 180 градусов духовку на 15-20 минут. Желаю вам приятного аппетита! Всем пока!